Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. С вами снова я, Елена Рос Германия. Как вы догадались, обзор сегодня будет про птиц. Очень люблю птиц. И все, что у меня было, это вот такая красивая тарелочка. Называется она «Синицы на еловых ветках», и это мануфактура Хученройтер. Тарелочка с зимним сюжетом, и мы видим здесь красивых синиц на заснеженных ветках ели. Еще вот такая статуэточка у меня была, воробышек. Это немецкая мануфактура Гёбель. Восьмидесятые годы. Ну и я человек творческий и люблю декупажить, и вот такая кружечка у меня получилась. Это мы делали с внучкой. Снегири на ветках. И, по-моему, кружка такая очень может порадовать вас в зимний день. И такая же бутылочка. Сделано мной специально для декорации. Стоит у меня на балконе. Ну, а сегодня у нас штормовая погода. Уже несколько дней ураганный ветер, дождь. И зимы у нас вообще не было. Снега мы не видели. И, конечно, уже хочется очень весны. И что я сегодня вам покажу? Я покажу вам еще птиц. Птиц на фарфоре. Это декоративные тарелочки, которые мне удалось найти в секонд-хенде. Дорогие друзья, вас встречает красивый букет весенних тюльпанов. Очень подходит к нашему настроению, во всяком случае к моему, потому что все, что я вам покажу сейчас, связано с птицами. Вот первая тарелочка, которую я хотела вам показать. Здесь мы видим название тарелочки «Май». Сама тарелочка небольшая, 15 сантиметров в диаметре. И здесь мы видим птицу. Называется она кукушка и маки. И это репродукция художника Оли Винтер. А мануфактура это тоже Хученройтер. 70-80-е годы. Тарелка расписана вручную. Смотрите, какая красота. Какие перышки. Наверху у нас соседи что-то сверлят. Написано, что это анемоны. Анемоны – это маки. Но мне кажется, не очень-то похоже. Больше похоже на яблоню. И вот такая птичка. Также мы видим здесь, не знаю, как это назвать, такой постамент. Два веночка и две птички сидят на нем. И вот мы видим, смотрите, как красиво
обрисованы контуры. Сама тарелочка нежно-нежно бледно-голубого цвета и красивая такая кайма, обрисованная золотом. Пятьдесят девятый номер тарелочки. Хучинройтер славится своей ручной росписью. Следующая тарелочка – август. Здесь мы уже видим ласточки. Подпись художника внизу – Оли Винтер. И называется она «Корн Эрен». Я не знаю, что это такое, я не перевела, какие это цветы, колосья. И три ласточки. Мама-ласточка с птенцами. Раньше очень часто использовалась деколь с подрисовкой. Здесь мы видим именно эту технику. Даже пчелки, смотрите, вот есть пчелка. Очень красивые тарелочки. Я хотела бы собрать целую серию. Мотив 208 август. Написано на двух языках, на английском, на трех, вернее, языках, на немецком, на английском и французском. И клеймо Хучинройтер, Германия. Следующая тарелочка – октябрь. Яркие птички сидят на побегах, которые заканчиваются вот такими шишечками. И внизу очень интересная роспись. Стрела. Я не знаю, что это такое в Германии. Может быть, это связано с символами месяца астрологическими. Скорее всего, так. Красные цветочки. Смотрите, как хорошо гармонируют они с раскраской птиц. И птица это щегол. Я перевела и записала себе, чтобы не забыть. Очень красивая яркая тарелочка. Октябрь. Тарелочек всего 4, и вот это еще одна, июль. Смотрите, какая тут арка, украшенная ветками розы. Подпись художника и птицы. Тоже мама с птенцами. Кайма у всех тарелочек одинаковая, цвет тоже бледно-голубой. И это певчий дрозд на плетущейся розе. Номер тарелочки 46. Вот такие прелестные тарелочки, 4 штуки, мне удалось найти в секонд-хенде. Да, теперь я буду искать именно оставшиеся из этой серии. Может быть, мне и повезет, как это бывает у нас у всех, кто собирает какие-то изделия из фарфора.
Девочки тоже понравились. Кто же равнодушен к птицам? И они, конечно, займут красивое, достойное место. Красивое, неправильно сказано. Достойное место у меня на стенке, где висят остальные тарелочки. Я как-нибудь вам покажу все вместе. Хотя вы, наверное, уже видели примерно, как они висят у меня. Хочу поблагодарить всех своих дорогих подписчиков, кто пишет мне чудесные теплые отзывы, комментарии и кто поддерживает меня в трудную минуту. Спасибо огромное, дорогие девочки, дорогие мои подруги. А я желаю вам тоже крепкого здоровья, отличного настроения, мира и добра на земле. А гостей приглашаю подписаться на мой канал. И если вам всем понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень помогает продвижению канала. Всего вам доброго, дорогие мои!